Здравствуйте, дорогие дамы! Сегодня мы с вами будем изучать вот такой вот веерный узор. Начинаем мы, набираем воздушную цепочку из 26 петель вот на такой образец. Набрали цепочку, набираем еще 2 воздушные петли на подъем. В третью петлю от крючка делаем столбик с накидом. В соседнюю делаем еще один столбик с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем у основания 2 петли. И в третью петлю делаем соединительный столбик. Делаем 5 воздушных петель. 4, 5. На основании 1, 2, 3 отсчитали и в четвертую петлю делаем соединительный столбик. 3 воздушные петли. На основании 1, 2, 2 петли пропустили. В третью петлю делаем столбик с накидом. В следующую петлю делаем столбик с накидом. И еще в одну петлю рядом делаем столбик с накидом. В итоге 3 столбика с накидом. Повторяем дальше. 3 воздушные петли. На основании 2 петли пропустили. В третью делаем соединительный столбик. 5 воздушных петель. В основании 2, 3. В четвертую петлю делаем соединительный столбик. Еще 3 воздушные петли. 2 петли основания пропускаем. В третью петлю делаем столбик с накидом. В следующую петлю делаем еще один столбик с накидом. И в последнюю петлю также делаем столбик с накидом. В итоге опять же будет 3 столбика с накидом. Делаем 2 петли воздушных на подъем. Вот что у нас получилось. Переворачиваем вязание. Делаем соединительный столбик под цепочку из 3 петель. У нас получилась маленькая арка над этими 3 столбиками с накидом. Она будет везде повторяться на таких вот нечетных рядах. Дальше делаем накид. И из цепочки, которая 5 петель воздушных, делаем 8 столбиков с накидом. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали 8 столбиков с накидом, соединили под цепочку из 3 воздушных петель соединительной петлей. 2 воздушные петли провязали и сделали соединительную петлю под арочку из 3 петель за столбиками. Дальше снова делаем 8 столбиков с накидом в арочку из 5 воздушных петель. Раз столбик. 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
соединительная петля в арку, в цепочку из трех воздушных петель, две воздушные петли, и, чтобы вам здесь не путаться, здесь была цепочка, раз, два, три, в третью петлю соединяем, делаем соединительный столбик. Две воздушные петли на подъем. Это второй ряд. Поворачиваем вязание. Дальше набираем два столбика с накидом. Следующее. Между столбиками, которые 8 столбиков мы набирали, между ними вяжем столбик с накидом. Потом воздушную петлю. Следующее между столбиками. Следующее, да? Вот. Еще один столбик с накидом. И снова воздушная петля. Следом делаем то же самое. Столбик. Воздушная петля. Между столбиками опять же столбик. Воздушная петля. 7 должно получиться столбиков. Воздушные петли между ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим к этому элементу. Делаем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше мы снова делаем столбики с накидом. Между ними воздушная петля в наш веер. Между столбиками столбик с накидом, воздушная петля. Следующий между столбиками воздушная петля. И так дальше. Вот еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И заканчиваем ряд, делая вот в эту арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И 2 воздушные петли на подъем. Вот так у нас получается третий ряд. Переворачиваем вязание. И соединяем за столбиками соединительной петлей. В следующую дырочку опять же соединительную петлю. 3 петли воздушные. И вот между этими столбиками будем соединять соединительную петлю. 1, 2, 3 воздушные петли. Между столбиками соединительная петля. 1, 2, 3 между столбиками соединительная петля. 1, 2, 3 соединительная петля. 1, 2, 3 соединительная петля. Арочек у нас по 3 воздушные петли. Получается 5 штук. Вот. Делаем следующую соединительную столбик перед этими тремя столбиками соединительный, 2 воздушные петли, и за столбиками опять же соединительная петля. В следующее отверстие еще одна соединительная петля, и снова делаем 5 арочек по 3 воздушные петли с соединительными петелечками между столбиками. Вот, заканчиваем 5-ю арочку, соединяем. Следующее отверстие еще одна соединитель, еще один соединительный столбик, 2 воздушные петли, и соединяем в третью как бы петелечку, да, на конце, чтобы вам не путаться, как бы крайне соединительный столбик, 2 петли подъема,
переворачивая вязание. Следующие ряды у нас будут повторяться, начиная вот с этого наборного первого ряда. 3 столбика с накидом. Один это у нас подъемные петли. И делаем еще 2 столбика с накидом. Дальше 3 воздушные петли соединяем во вторую арочку над веером соединительным столбиком. Потом 5 воздушных петель соединяем в четвертую арочку над веером. Потом опять 3 воздушные петли соединяем вот в эту, в этот элемент, делая в нем столбики с накидом. Дальше снова 3 воздушные петли и во вторую арочку соединяем соединительным столбиком. 5 воздушных петель соединяем в четвертую арочку над веером. 3 воздушные петли и снова делаем последний элемент из 3 столбиков с накидом. Две воздушные петли подъема, переворачиваем вязание и продолжаем вязать, снова набирая наш веер. То есть соединяемся под цепочку, делаем накид и делаем 8 столбиков с накидом, веерочка, 8, и соединяем соединительным столбиком под арочку из 3 воздушных петель. 2 воздушные петли снова соединяем за столбиками с накидом соединительной петлей. Дальше мы набираем второй веер из 8 столбиков с накидом. 8. Снова соединяем под арочку из 3 петель. 2 воздушные петли набираем и соединяем в последнюю петельку соединительной петлей. 2 воздушные петли подъема. Переворачиваем вязание. Продолжаем вязать теперь третий ряд, набирая здесь 3 столбика с накидом. Здесь столбики с накидом будем набирать с воздушной петлей. Набрав их, снова здесь 3 столбика с накидом. Здесь опять же столбики с накидом, 7 штук, и между ними воздушные петли. И последнюю снова же будем вязать вот в эту арочку 3 столбика с накидом. Закончили набирать столбики с накидом. Сделали 2 воздушные петли подъема. Перевернули вязание. Соединяемся под за столбиками. И рядом еще одна соединительная петля. И начинаю вязать арочки по 3 воздушные петли, соединяясь в каждое отделение. 5-ю арочку сделали. Сразу же соединяемся соединительной петлей до столбиков. 2 воздушные петли делаем, и после столбиков снова соединяемся соединительной петлей, и еще одна соединительная петля, и снова арочки. Делаем последнюю 5-ю арочку, привязали, сразу же делаем соединительную, 2 воздушные петелечки, и в последнюю петелечку снова делаем соединительный столбик, 2 воздушные петли на подъем, переворачивая вязание. Если вам понравился этот урок, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями этим видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И на этом я заканчиваю. Всего доброго, до новых встреч!